Так, теперь мы поищем схему огранки камней. Вот я написал, мне выдали вот такие: овал, маркиз, груша. Вот челночок нам подошел, да? Давайте мы его и возьмем сейчас. То есть я скажу, что эту картинку скопировать, скажем, здесь новое, создать и поставить сюда вот так. Нам не важно это качество, понимаете же, да? Что нам надо вот это и все. Челночок. Вот для прикола еще оставим челночок здесь. Так. Единственное, что может быть, какое у него изображение? Размер. 100. Ну ладно. Сделаем сейчас. Так, высота сделаем 500. Вот так, окей. Нам нужно только вот это. И сохраним ее под... Сохранить как? Сохранить мы его в текстурах. Сохраним текстуры. Так, здесь blueprint. Ну, подходит. JPEG. Самолета моя. Так, челнок. Или шаттл можно было написать. Так, шпайхер. Окей. Не показывать. Окей. Идем теперь сюда. И здесь говорим, что нам надо еще имидж. Объект моде. Так, в огороде. Тут вот не очень элегантно, скажем так. Ну, начни сейчас убирать, и начнется катавасия. Поэтому уже оставим. Пролетели, так оставляем. Так, хорошо. Единственное, что мы сделаем тут кое-что еще по краям. Да? Может быть. Итак, мы говорим, что нам в этом ракурсе нужен нужна картинка, и правда нам нужна картинка. И он спросит референс. Да, референс. Где у нас, куда мы blueprint засунули? Ну что ж, ладно, открываем это. И сейчас мы ей будем управлять. Так. Так. Или из двух сделать, что ли? Так, хорошо. Картинка есть. Тут она соединится. Так, допустим, вот здесь. Я думаю, может быть, придется поменьше сделать из двух ее. Один побольше сделать, второй поменьше. Вот так, допустим, да, один поменьше. А потом мы всегда можем сделать покрупнее, например. Давайте мы возьмем сейчас какой-нибудь цикл. Так, 32 вертикаля, это дофига. Хватит и 8 вполне. Так, перейдем теперь. Давайте пока здесь. S. Нет, но мне это надо вот это выбрать. И теперь S. Вот так. Вниз ее. G. Тянуть по Z. Нет, не по Z, а по Y. Так, и теперь S по Z, по X вернее. Так вот, сдвинем ее. Вот так. Ну, естественно, перейдем сейчас в точки. И можем эти точки двигать так, как мы хотим. Уже сюда. G.
по Y. Что? Сегодня что-то у меня. Так, хорошо. Здесь. Тоже. Ну, где-то вот так пока возьмем. Здесь давайте сделаем еще по точке. Вот так. Раз, два. И скажем subdivide. Вот он. Здесь сделал нам точку. Какая нам и нужна. Вот сюда. Здесь тоже между этими двумя. Вот она. Ну вот в этих местах давайте сделаем. И каждый из них раздвинем S. Так вот. Так, кто-то нам мешает вот здесь сделать еще. Сдается мне тут двойной. Ну-ка. Так, так. Да, здесь что-то двойное, ребят. От M сразу же скажем, дистанция. Нет, ошибся. Ну да ладно, нам тут особо-то и не важно. Но мы попробуем с помощью K, допустим. Так, и теперь К. Так, ладно, ну-ка. Что происходит? Кнайф. Вот это да? Он почему-то не хочет ее резать. Подождите, я подумал. Да, интересно. Он точки вообще не режет. А чем мы? Вообще. Выделяем все сначала. B. Вот выделили. Теперь сказали F. Вот. Теперь режь не хочу, называется. Так. Вот так. Вот. Далее. Только теперь K. Вот здесь поставим. Да, теперь он спокойно будет все резать, как мы хотим. Итак, поехали. К. Сюда, 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 сюда. И вот сюда. Нет, тут не надо. Вырезали. Ну и так все, ребят, тут что, о чем мы тут говорим вообще, непонятно. Знаете, ребята, ради формы я немножко нарушу огранку. Вот такая должна быть огранка, это стопроцентная, да? Но давайте мы все-таки с вами художники, скажем, в какой-то мере. Поэтому я такой, чтобы вот так сделал. Так и вот так. Для чего? Сейчас объясню. Вот эти мне ребра не нужны.
вот эти вот, вот эти два. Хотя, в принципе, можно и оставить, но ведь они ж внесутся, уметятся. И ладно. Тогда мы должны вот с этим что-то сделать. С... Вот так, чтобы не было такой расхлябистой. Кстати, почему эта система не работает? Сам делает. Нет, работает. Смотрим сверху. Все работает. Так, иджи. Только вот этот G. Так. То же самое теперь попробуем здесь. Subdivide. Работает. Уже. Пропасть в G. Так. Но это надо делать не так. Надо делать так. Потом надо сделать здесь и здесь. Если уже точным быть совсем, да, сабдевайс. Вот, и теперь мы должны выделить вот этот и вот этот. Сказать S. И сделать им хорошенькую такую форму. То же самое, почему бы нам не сделать и здесь. Так, так. Сабдевайт. Так, так. Subdivide. Вот это место, оно меня напрягает, вот это вот, ребята. Вот, у меня такое ощущение, что здесь не точно что-то. Вот я сейчас выделил, да? Говорю, что Alt-M, и говорю, давай в центре соединим. Вот. Я же говорил, что тут что-то не то, я же чувствую. Subdivide. Вот теперь и subdivide появились. Так, S тоже раздвигаем их по нужной форме. Готово. Ну, а как уже делать этот? В принципе, вы знаете. Ну, давайте повторим. Да, елки-палки. В чем проблема-то? Мы сейчас возьмем точку какую-нибудь. Нет, мы возьмем не точку, мы возьмем даже 4 точки. Четыре точки. Так, возьмем инструмент пропорциональное редактирование, возьмем G, сожмем его сначала так и начнем поднимать. И видим, что получается лажа. Да, почему? Да потому что здесь это не работает. Так, давайте поднимем так вручную G, Z. Так, поднимем, допустим, да. Потом выделим вот эти уже точки. Вот это и это. И тоже берем G, G, Z. Ну, одну точку забыли. Вот эту. Вот эти еще точки забыли. Поднимаем. Вот так. Так. И смотрим. Можем вот этот столик еще немножко поднять. И таким образом сделать очень симпатичные. Так, далее. Идем сюда. И сейчас нам надо это дело вместе собрать. То есть двойное сделать, правильно? Для этого мы сейчас тоже выделим все. Так, все уберем ненужные нам трансформации. Далее пойдем скажем, что у нас Edge будет не Edge, а Face. И вот
объект моде нам надо сказать, что все пилот у нас будет в 3D курсоре, вот так. Тогда мы сможем спокойно его где у нас мирор замирорить со страшной силой. Так, и по оси Z это сделать, не X. Вот так. По идее, здесь должна быть такая. Давайте попробуем так сделать. Клиппинг и play. Клиппинг и play. Замечательно. Вот. И вот чтобы не было этой острой грани, давайте попробуем сделать так. Я вот сейчас выделю здесь. Теперь уже в Edit моде. Я скажу Ctrl-R. А, нет. Попробуем выделить ее вот так. Вот это она выделилась. Так, но не вся. Я надеюсь, что сейчас она вся выделилась. Нет, тоже не вся. Ты какая? Вот такая. Вот теперь, да? И попробуем сделать Ctrl-B. Нет. Почему? Потому что где-то здесь нету слепления, я думаю. Сейчас выделим опять в этом режиме. Так, вот в этом режиме. Сделаем B. Выделим все. Alt-M. Ха! Это нам как раз не всего надо. Alt-M. И здесь дистанцию сделаем. Вот 0,6. Вот он говорит, одна вершинка удаленная. Вот может быть из этой вершинки это все и было. Капризная зараза такая. Капризная. Интересно, а если я не буду делать никакого B, а просто возьму, скажу E и потяну. Ага. Нет, так не годится. А если G по Z, тоже не годится. Так. Сейчас, секунду. Ctrl-B однозначно не работает. Ну, что-то работает, но плоховато. Из-за точек, которые там. Ну, пускай они так и будут, а что я сделаю? Пускай так и будут. Вот так. А, вот тут еще не сделал. Да елки. Вот тут еще надо было выделить. И Ctrl-V. Вот теперь Ctrl-V заработал. Ну, вот так сделаю. Все. Камушек у нас готовый, включаем все остальное, так, кроме картинок. Картинки нам больше не нужны будут. И смотрим сверху. Сверху смотрим. Так, ну, в принципе ничего-то. Делаем второй. Единственное, что надо сделать побольше этот объект. Объект побольше, да? Мы его выделяем и говорим S. И вот так. Так. И может быть по оси S по оси Z. Нет, не Z, а Y. S по оси Y. Мы делаем ее поплоще чуть-чуть. Оси Y. Вот так. Двигаем. Угу. И делаем большую. То есть Shift D сюда. И здесь мы ее увеличиваем наоборот. S
и вытягиваем с басилик. Вот так. Вытягиваем. Прелестно, прелестно. Ну а дальше нам остается сделать оправы здесь, поставить пару столбиков здесь, здесь, здесь и здесь, и закончена работа.